вот это мой сайт. На него легко попасть. Сайт садовода Железова. Он последние годы потерял популярность. Кто хотел, видел. А садоводов не прирастает. Когда-то сюда заходило 400-500 человек каждый день. Каждый день. Потом 300, 200, 100. Сейчас 60-80. А значит, роль он все меньше и меньше играет в масштабах России. Вот, смотрите, вот эта фотогалерея. Так. Вот она. Если эту фотогалерею как следует, и мои материалы, ну, то есть публикации, их тут сотни, огромные сотни. Вот, вот это вот все, что можно вырастить в саду, практически без яда химикатов. А согласитесь, что без яда химикатов, значит, без отравы. Вот. И это наглядный пример того, что нет никакой необходимости принимать экстренные меры. А экстренные меры, я сейчас про них маленько расскажу. Я уже заступался за червей, которых уничтожают. Вот. За бактерии, за грибы, за мицелии. И вот получается такая картина. Я ничего не делаю, а вот это все растет. Но это только маленькая часть я вам показываю. А вот возвращаюсь обратно к нашим, чуть не сказал, баранам. И вот эта милая девушка, которую вы увидите сейчас, она ни в чем не виновата. Она явно не биолог, она такой же, как мы все. Ну, сейчас все хотят светиться. А самое легкое, где светиться, это садоводство. Например, вызубрил 9-10 лишних веток. Ветки растут вниз, ветки растут, уничтожить, вверх растут, уничтожить, внутрь растут, уничтожить, пересекается, уничтожить. Вот нижние скелетные уничтожить. Ой, тут такое. А остальное укоротить, укоротить, укоротить. Дерево превращается в больного инвалида, и на него набрасывается тучи всего. А потом начинают лечить, и результат один из тысяч. Ничем не лучше, не хуже. Просто, ну, попался на глаза буквально вот. Поэтому давайте открываем и смотрим. А я буду останавливать и комментировать. 30 сантиметров над землей. Привяжите бечевкой как можно крепче. А сейчас разбежался. Сейчас мы начнем сначала. Шириной 10-13 сантиметров. Давайте сначала. Закрепить. Муравьи разносят тли посаду, портят листья и почки молодых деревьев. Ну вот что она врет. У меня царство муравейников. У меня у Железова. Я говорю еще раз, это милая девушка, она жертва такого дикого заблуждения. Понимаете? Если человеку с детства, с раннего только родился, будут доказывать, что два глаза нам не нужны, один лишний, вот, и доказывать, и доказывать, и доказывать, а уже, кстати, такие случаи были в религии, когда даже половой член отрезали, чтобы не грешить, человеку, он настолько, человек податливое, чуть не сказал, животное, настолько наивный человек, и все человечество, что бей в голову и отрежет это самое место между ног. Вот. А здесь еще и такие простые вещи. Чего ты к муравьям пристала? Смотрите еще раз. Извини, я уже на ты. Тебя никто не уполномачивал решать за это. Смотрите еще муравьи раз. Муравьи разносят тли посаду, портят листья и... Твою мать, так кто тебе сказал? Если я Железов, у меня принято считать, что лучший сад в России, хотя я живу в Сибири, в Шушинском районе. Если я в своей жизни не видел ни одного испорченного муравьем листа. Чего ты это самое бред несешь? Вот зачем ты вылезла? Вот зачем? Это милая девушка, да? Занимайся своим делом, рожай детей, посади сад. Ведь сразу внушить муравьям эту ненависть, это грех, это, понимаешь? Бог создал муравьев для защиты сада. Не было бы муравьев, сейчас бы тебя в живых не было. Возьми сейчас генетическое оружие, придумай. Вот эта ненависть внушена. И когда-то один молодой, гениальный ученый, как когда-то атомбомбу создали, тут же Хиросима сотни тысяч людей превратили в пепел. Так и тут. Создадут генетическое оружие из-за ненависти. Муравьев не станет и нас не станет. Вот это я высказался. Теперь еще раз подольше послушаем эту милую, наивную, глупую девушку. Муравьи
разносит тли по саду, портит листья и почки молодых деревьев и в целом не красит участок. Если в лесу эти насекомые полезны, то на даче им места нет. Вот, блядь, в лесу муравьи и в саду и играют одну и ту же роль. В лесу деревья, девушка, в саду деревья, в лесу они дают свои урожаи, свои плоды, ну, смотря что, кто шишки, кто плоды. В лесу полно деревьев, даже таких, которые можно в сад переносить. Вот. Чего ты мелешься? Слушаем дальше. Чтобы избавить свои деревья от муравьев, сделайте ловчие пояса. И сейчас я расскажу, как. Ну, с ловчими поясами невозможно избавиться от муравьев. Вот здесь хотя бы маленький плюсик от нее, что она будет сейчас делать тупую ненужную работу. Совершенно ненужную. Так. Вот. И при этом, то есть избавив, еще и плюс вредную, потому что без муравьев деревья еще больше будут жрать. Они, сидя вот под тем деревом, что за ним, да, допустим, там муравейник. Муравейники обязательно быть, там у них родильное отделение, они не поодиночке живут, они живут этими самыми сообществами. Вот. И вот эту огромную ораву, которую они выводят, их невиданное количество невозможно. Там эту ораву муравьям, взрослым родителям, надо прокормить. И поэтому они чистят, жрут врагов дерева. Девушка, куда ты влезла-то? Кто тебя просил? Единственная у тебя польза, это только то, что ты, ничего не понимая, по крайней мере, не в данном случае не сказала, возьмем яд и начнем травить. Вот. А ловчие пояса ты сделала для того, чтобы дерево осталось беззащитное от всякой пакости. И вот. Ну, еще немного послушаем эту наивную, чуть не сказал, кого. Сначала возьмите кусок мешковины. Он должен быть в длину, как... Так, это мы теряем время, не надо нам брать мешковину. Чуть мешковины так, чтобы ниже был на уровне 20, так над землей. Привяжи верх мешковины. Давай. Закрепите шириной 10-13 сантиметров и сверху нанесите клей для ловчих поясов. Но будет менять по мере наполнения муравьями и другими вредителями. Ой. Если муравьи беспокоят вас, все-таки ты еще их уничтожаешь. Используйте препарат Муравьед Супер. Рассыпьте гранулы на специальную подложку, это может быть блюдце или картонка, на пути передвижения насекомых. Препарат действует по принципу эпидемии. Муравьи сами принесут его в муравейник, что приведет к гибели всей колонии. Вот сейчас мне бы тебя обматерить. Оказывается, я когда... Брат только сейчас прислал мне это. Я, естественно, все даже не посмотрел. Думаю, вот сейчас она покажет ловчие пояса. Я докажу, совершенно ненужное, не то что безобидное, дерево подвергается опасности, а муравьям, защитникам преградили путь. Но оказывается, я даже этого, честно клянусь Богом, я не видел этого, не досмотрел до этого момента. Ты для чего вылезла на экран? Ты вылезла для того, чтобы рекламировать яд от муравьев? Ты что, с ума сошла? Во-первых, люди потратят огромные деньги. Наверное, это не единственный флакон. Наверное, их выпускают тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч. Так? Правильно? Вот. И все это, чтобы вытащить с нас деньги. А теперь она возьмет блюдце, она возьмет, отравит какое-то количество муравьев. Запоминай, глупенькая. Вот. Муравьев в саду столько, что вот это самое ты уничтожишь 1%. Глупая, ненужная работа, к тому же грешная, страшная. Ты против Бога, против природы, не понимая этого. Твоя задача сейчас заработать серебряники. Вот. И назвать ее этой самой, тем самым страшным словом, того, кто серебряника, я не решаюсь. Почему? Из Библии. Я не решаюсь по той причине, что она не осознает, что она делает. Она зарабатывает на том, что гробит дерево, вот которое за ним. Она людей лишает возможности, купив этот самый, не купить детям, может, лишний саженец, чтобы свое вырастить. Может быть, пустишь конфет, в конце концов, внушив злобу к муравьям.
А муравьев в саду столько, вот чтобы у тебя есть несколько гектаров, тебе нужно будет таких примерно флаконов 100 и тарелок 100 и по всему саду. И вот они когда погибнут, пройдет. А вы знаете, что такое для этого? Не знаете. Пройдут дожди, яд перестанет действовать, просто исчезнет. Вот. И но это сад твой, дурочка, ой, извини, милая девушка, вот этот сад твой является всего лишь огромным для маленьких муравьев очень-очень большим, сейчас скажу как, большим местом охоты. Муравьев уничтожили. Резко, мгновенно возрастет количество вредителей, тех самых, которых муравьи, если даже 100 флаконов. Тем более, если 100 флаконов, один флакон роли не сыграет. Все, что ты предлагаешь, это все по... Все, каждый купит по такому флакону, потеряет все денег, кто-то на этом заработает, и все. Даже если 100 флаконов, если на какой-то момент муравьи исчезнут, мгновенное, подчеркиваю, это делается моментально, взрывное размножение, вредители сожрут все к чертовой матери. Но еще и бессмысленнее, еще и потому, что за пределами твоего участка, если ты даже 100 флаконов потратишь, и, казалось бы, процветать будешь, вот, тут же со всех сторон на освободившиеся муравьев-то нет места, тут же моментально со всех сторон ринутся муравьиные. Ты знаешь, что муравьи искрыли? Ты знаешь, что происходит размножение, не размножение, а уже расселение муравьев с помощью крыльев? Везде, где свободное место, только муравейчик с крыльями опустился, посмотрел вокруг, врагов нет, жратвы море, ту, которую ты это культивируешь, уничтожил муравьи. Жратвы море, тут же возникает муравейник. И что мы имеем? Мы имеем, потом они восстановят равновесие в саду, но минус деньги, минус здоровье, потому что отрава есть отрава. Вот. Минус плоды, больные деревья. Да, они восстановят равновесие. У тебя мозгов-то нет. Ты, это, потому что твоя задача, кто-то дал тебе флакон, сказал, вот какая миленькая, давай мы тебя сейчас это. Вот так вот. Это дурь, глупость, предательство по отношению к людям, к детям. Последние деньги тратить в нашей нищей России на эту дурь. И еще, раз уж так, да, тля. Вот, ни муравьи гробят листья, ни одного листа ничего не съели, не видел никогда. Есть муравьи, листа, как-то самое, муравьи, которые используют листья для еды, для постройки. Ну, извини, у нас таких нет, я, по крайней мере, не знаком. И в России таких переносчиков листьев для кормежки, для фабрик, кстати, мудрейшие муравьи, мудрейшие. Вот, нам с ними не тягаться по уму. Вот. Я хотел это закончить только так. Значит, нам нужен закон по защите муравьев. Потому что преобладает вот это невежество дикое, оно преобладает над всем в России. Это ужас, это предательство. Вот. Это отравленная почва. Вот когда-то, если принять такой закон, если сделать новую школьную программу, не дебильную биологию, а чтобы там рассказывалось о полезных вещах. Сейчас я тебя сфотографирую, а потом еще вот это расскажу на очередном вебинаре. Вот. Стыд, позор. Я-то думал, просто похвалю, скажу. Ну, не понимает, не знает. Ловчий пояс. Ну, дурная работа, ну, не смертельная. Муравьи все равно когда-то обойдут эту ловушку. Вот, не смертельно еще. Да, пострадает дерево, да, его больше будут жрать, раз муравьем прекратили дорогу. А она еще взяла это, я... Сколько этих? Это... Она не виновата. Просто сейчас мир принадлежит торгашам. Все, друзья, выговорился. До свидания. Сейчас сфотографирую ее и в этот самый. На вебинаре еще покажу. Пусть все любуются. А, не договорил. Все-таки тлю отделяем от муравьев. Значит, у нас в взрослых деревьях
там для саду равновесия тли много не бывает и не может быть. Тля любимая еда муравьев, пусть жрут. Вот. Но в взрослом саду, а в молодом саду вовремя сделанное опрыскивание с помощью ядохимикатов, еще раз скажу, ядохимикаты любой ампулу взяли в этих самых магазинчиках моря, взяли ампулу с ядохимикатом, раздавили, значит, я уже 100 раз рассказывал, беру ведро воды, а надо на 10 литров всего малюсенько, вот, так, вот такое количество нужно, вот такое, вот, вот такое, вот. Раздавили по содержимому под водой, раздавливаю, потом перемешиваю, потом в этот пульверизатор, пшик, это в молодом саду, где первый год они растут, второй, ну третий, ну пятый, там да, причем в здоровом саду никогда не бывает три на абрикосах. Заметьте, есть на абрикосах, вы искалечили дерево, вы могли это дерево посадить без обрезки половины кроны, значит сразу становится больным. Вы могли купить южное дерево, посадить гораздо севернее, оно будет, если не умрет, то всю жизнь болеть. А, и опять на него обрушатся все тля, так же как жуки, пауки, все эти гусеницы, они боятся, ну, пауков я зря упомянул, они боятся здорового дерева, они не могут. У здорового дерева есть свои как бы антитела, есть свои ядохимикаты природные. У них в соке есть ядохимикаты. Они не дают им все сожрать. Вот. И у меня нет, никогда не бывает, в частности, тли на абрикосах, на грушах, на вишнях, черешнях, персике. Вот. Скажите, а где есть? Только на сливах, ринклодах и на яблонях. И то в божеском количестве, потому что деревья здоровые. На них тли божеское количество, так сказать. Божеское в смысле, что входит в пищевую цепочку и не это, дерево не уничтожает. Вот. Вот это вы должны знать. А всего остального им и спасать не надо. Если у вас тля на грушах, на вишнях, на черешнях, на персиках, на этих самых, на абрикосе, на сливах, венгерках, это значит, у вас больные деревья. Вот теперь вроде все сказал. Отделите муравьев от тли, тогда все будет нормально. Пшикайте, муравьи даже жали, что какое-то количество муравьев может попасть под струю ядов, химикатов, которые вы используете, от тли, подчеркиваю. Но это не смертельно, это мизерная часть от количества муравьев в муравейнике. Муравейники – это жизнь, муравейники – это ж умудриться так, страшные хищники, невероятно. Вот. Там феодальные отношения, это как наши средние века и бесконечные войны. Вот. Там, там муравьи, солдаты, герои, труженики невероятно, не знающие отдыха, ни одного лентяя. Вот. Всем спасает муравейник, все бросаются на защиту. Нам такое немыслимо в нашем гниющем обществе. Вот. Брать пример с них надо. Вот. Общее, у них общее внешнее управление. Это разумные существа со своими заводами, фабриками, родильными домами. Они практически благодаря своим этим качествам выживают в страшном мире. Нам повезло, что они нам не соперники. Они давно нас бы сожрали. Но они такие малюхонькие, что все, что нам надо, не бороться с ними, а оставить их в покое. Оставить в покое. Вот. Но, к сожалению, золотой телец царствует в этом мире. Торгаши. Вот. Все, на этом заканчиваю. Жаль, девушка, что тебя использовали. И, может быть, где-то когда-то у святого Петра тебя спросят, вот скажут, вот мы видели картинку, мы все наблюдаем, что делается на земле. Там у престола божеского. И ты на этой картинке сидишь с этим, с ядом от муравьев. Вот. Чель моя, ну-ка скажи, ты искренне веришь в то, что ты это? Если ты просто заблудшая душа, ладно, проходи. У тебя были, наверное, хорошие качества, наверное, ты была хорошей матерью, вот, хорошей, верной подругой, гражданином России. Вот. Наверное, работала. А эту глупость мы тебя простим только потому, что ты не знала, что творишь. А если вот после этого просмотра, если бы каким-то чудом, а у меня просмотров мало, это страшно. Если каким-то чудом ты бы увидела вот этот мой фильм, каким-то чудом, вот, и не раскаялась, тогда тебе место совсем в другом месте. Там, где этих грешников жарят, шашлыки из них делают.
Все, на этом все. Не желаю тебе попасть на эту сковородку, а желаю, чтобы ты жила в раю, там, где муравьи, в райском саду они тоже есть, они приносят пользу. Будь добра. Вот. Откажись от этой дурости. Хотя бы сходи в церковь, хотя бы скажи, что я принесла огромный вред. Если мои количество просмотров, там много. А вот давайте, друзья, на самый последок мы посмотрим, сколько просмотров у этого подлого, не у нее, речь уже не о ней, у этого подлого фильма. Кстати, тут еще есть, ой, сколько. Вот самое страшное, вот это вот, видите? Вот. Что тут еще, ну ладно, короче, смотрим просмотры. 46 тысяч просмотров. Ёлки-палки, какой вред от тебя. Надо отмаливать. Надо отмаливать. А тут нету ничего. Ни фамилии, ни имя, ни отчество. Вот. Может быть, мой брат сюда пошлет вот этот фильм. Или хотя бы свое мнение. 46 тысяч просмотров. Господи. Вот, с такой смазливой рожицей, стольким людям, какой страшный вред ты принесла, дочка. Извини, не знаю фамилию и отчество, какой страшный вред от тебя. Ну, пока, надо валидол пить после таких фильмов. Ни малейшего понятия, какое предательство, только лишь бы продать, уничтожить живых существ, разумных. То есть счастье, что их практически невозможно уничтожить, пока нет генетического оружия. Вот. Прибегут с соседнего участка, как только ты этих уничтожишь. Все. До свидания, друзья. 100, 300, 500 фильмов было, больше 1000 стало. А все по-прежнему. Нету власти, чтобы дали трибуну, чтобы сказать, что вы творите. Вот. Ну я же не этот самый, не болтун. Вы понимаете, я не болтун. Вот. Я не болтун. Это все вопреки вот этим глупостям, подлости, которые творятся в наших садах. Вот, Желез Олег Константинович прощается с вами.